Раз. Два. Три. Четыре. А теперь вот не до конца, вот тут ушко оставляем. Вторую сделали, притянуть вот так. Получилось ушко маленькое. Четыре опять. Вставляем ушко. Тут можно вытянуть. Ниточки больше было. Пять ушка оставлю. Теперь вот эта вот натянутая, которая ниточка, я вот так затягиваю. Вот что получилось. Маленький лепесточек от цветочка. Теперь дальше. Что делать с этими ушками? Это продолжить опять вот так взять, так сделать. Важно вот это как следует притянуть вот сюда к краю. Так. Теперь сверху. Раз. Это вещь. Надо продеть сюда вот ушко. Еще ушко, ушко. Надо крючок взять на самом деле. Я сделаю так. Сюда челночок. Это петля вот от этой ниточки. Вот так сделать. И вытянуть ее. Вот, считать надо за один вот это все элемент. Раз получается. Два. Немножко замотаю длинно мне. Три. Так. Опять ушко оставляем, вот это ушко будет на этом лепесточке. Раз.